Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики. Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики. Подрастайте поскорее, малышарики. Я иду искать. Малыши, малыши, где же они? Привет! Мы тут! Здравствуйте! Бегите скорее гулять, лето пришло. Ура! Лето! Ура! Пришло? А где оно? Сюда пришло и спряталось. А я его найду. Нашла. Нашел. Кажется, Крошик и Нюшенька нашли лето. Барашек, а что это там у тебя? Нашел. Ягодка? Нашел лето. Смотрите, что я нашел. Крошик, барашек, это не лето. Вот лето. Не лето? А что? Я нашел лето. Но оно улетело. Вот оно. Так кто же нашел лето? Я не знаю. Мы не знаем. А я знаю. Вы все, малыши, вы все нашли лето. Да-да, и ягодка, и капелька росы, и цветок, и бабочка. Все это лето. Вот оно какое! Вкусное! Душистое! Красивое! Да, теплое, ласковое лето. Бегом гулять, малыши. Ау! Здравствуй, ежик. Привет. Здравствуй, пандочка. Здравствуйте. Ёжик, помоги! Ух ты! Ой. Деревья, вот это да! Сколько же их? На целый лес хватит! Лес? А что это? Лес? Лес – это когда много-много деревьев растут рядом. Хочу лес! Ёлка! Правильно, пандочка! Это ёлка! Не елка? Нет, ежик, это дуб. Дуб. Отличное начало леса. Еще! Дуб, елка. А это дерево береза. С полосками. А это клен. Клен. Еще! Еще елка. Ух ты! Лес! Ежик!
Ёжик! Ой! Ёжик! Лес! Много-много деревьев. Ау! Ау-ау! Ау-ау, пандочка! Что случилось? Мы заблудились. Надо скорее искать дорогу назад. А как? Поглядите по сторонам. Ничего не узнаете? Пандочка, клён. Клён. А вон берёза. Берёза? А вон дуб. Ура, ура! Молодцы, малыши. Ура! Хорошо, что вы запомнили название деревьев. Дуб, клён, берёза и ёлка, ёлка, ёлка. Прятки. Здравствуйте, малыши. Ой, а где же все? Малыши решили поиграть в прятки. Где же наш крошек? Мне нужно подумать. Крошек – озорной маленький непоседа. Все время куда-то бежит и во что-то играет. Иногда так заиграется, что обидит кого-то и не заметит. Вместе с крошиком мы учимся быть внимательными и чуткими. Кажется, я знаю, где может прятаться крошек. Эй, привет! Здравствуй! Давай искать ёжика. Ёжик – серьезный и усидчивый малыш. Любит порядок и тихие, спокойные игры. А еще ёжик немного замкнутый. Вместе с ёжиком мы учимся быть открытыми и общительными. Кажется, я кого-то нашла. Здравствуйте. Здравствуй, ёжик. Нюшеньку не видел? Нюшенька – настоящая маленькая принцесса. Наряжается, как принцесса. Кружится перед зеркалом, как принцесса. И капризничает тоже, как принцесса. Но вредничать Нюшеньке совсем не нравится. Вместе с ней мы учимся быть мягче и добрее. Нашла! А барашка? А барашек? Барашек у нас будущий художник. Любит рисовать и никогда не пройдет мимо того, кто грустит. Правда, и сам может всплакнуть из-за какого-нибудь пустяка. Сидит, дуется. Вместе с барашиком мы учимся грустить пореже, а смеяться почаще. Барашек! Я тут! Так, кто у нас остался? Пандочка? Ох уж эта пандочка! Хитрюга и проказница. Если где-то что-то гремит, падает или ломается, будьте уверены, без пандочки тут не обошлось. Вместе с пандочкой мы учимся отличать безобидные шалости от опасных занятий. Где же она спряталась? Привет! Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, теперь все в сборе. Ушки. Крошек и пандочка всегда найдут во что поиграть. Здравствуйте, малыши. Пандочка, раз ты водишь, закрывай глаза и считай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Крошек, ау! Ой, пандочка, как ты хорошо умеешь искать. А давай крошек еще раз спрячется. Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Нашла! Опять? Давай еще.
Да, крошек, куда бы ты ни спрятался, твои длинные голубые ушки все время торчат снаружи. Снаружи! Пандочка, дадим крошеку спрятаться еще разок. Раз, два. Крошек, тебе нужно так спрятаться, чтобы уши были внутри. Внутри! Уши снаружи. Где уши? Уши внутри? Да, крошек. А хвостик снаружи. Нашла! Очень хорошо, крошек. Только в следующий раз следи за хвостиком. Теперь ты водишь. Стеклышко. Здравствуйте, малыши! Я-ха-ха! Кажется, сегодня наши малыши грозные пираты? Да! И вы, как настоящие пираты, ищете самые настоящие сокровища? Барашек, ты почему грустишь? Ты же нашел такие замечательные сокровища. Мое стеклышко не сокровище. Теперь все зеленое. Тебе не нравится твое стеклышко? Нет, оно не раскрашивает. Оно бесцветное. Ого! Здорово! Барашек, смотри, смотри! И красный, и желтый, и зеленый, и всякий! Как красиво! Что скажешь, барашек? Очень! Видишь, иногда даже бесцветное стеклышко может подарить цветное волшебство. Хотите? Следы. Кто это там прячется? Крошек? Привет! Я-ха! Кажется, крошек решил немного пошалить. Крошек, а ты знаешь, какого цвета эта краска? Белого! Смотрите, крошек нашел следы. Следы. Черные-черные следы на белом-белом листе. Кто же их оставил? Следы пропали. Thank you.
Правильно. Белые следы хорошо видны на черном. А кто же тогда оставил черные следы? Так вот в чем дело. Эта пандочка оставила черные следы. Похоже, она тоже сегодня решила немного пошалить с краской. Белой? Черной. Красная шапочка. Здравствуй, барашек. Что это такое красивое ты нарисовал? Привет, это ягодка. А что теперь будешь рисовать? Нюшеньку. Нет, нет, нельзя рисовать. Почему, Нюшенька? Сейчас. Ой, а где же она? Нету! Нюшенька, что ты ищешь? Панамку! Барашек, надо помочь Нюшеньке. Я в ней такая красивая. Красивая, красивая. Нюшенька, а какая она, твоя панамка? Вот такая. А, красная. Твоя любимая красная панамка. А панамка это что? Шапочка такая! Красная! Красивая красная шапочка! Шапочка красная! Я ее нашел! Где? Пойдем, покажу! Где моя панамка? Пойдем! Закрой глаза. Открывай. Панамка. Моя, моя красивая красная панамка. Красная. А теперь рисовать? Да, рисовать. И правда, какая же красивая наша Нюшенька в своей красной панамке. Лошадка. Малыши Крошек и Ёжик готовы играть целый день. Привет! Привет! Ой! А где лошадка? Спряталась? Не найти лошадку, да? Ага. Это ее беспорядок спрятал. Ха-ха. Беспорядок! Отдай лошадку! О, беспорядок! А давайте его тоже спрячем в коробку.
В коробку. И кубики в коробку. И кубики. Не-а. Ага. Лошадка. Лошадка. Порядок. И правда, теперь порядок. Молодцы, малыши. Ракета. Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Смотри, ракета. Чур я спереди. Я спереди! Я! А ты сзади! Барашек, полетели! Не-а. Чего это он? Думаю, барашек расстроился. Пойдем покатаемся. Да чур я спереди. Крошек, а может по очереди? Ладно. Ты капитан. Прокати меня, капитан. Ракета, вперед. Какая дружная команда получилась из наших малышей. Гусики. Добрый день, девочки. Привет! Привет! Какие красивые оранжевые бусы! Оранжевые! И я первая нашла! Нет, я! Мои бусы! Отдай! Ой-ой-ой! А что теперь делать? Искать! Оранжевый цвет такой яркий.
бусинки обязательно найдутся. Здравствуй, крошек! Привет! Девочкам нужна твоя помощь. Ага! Ты не видел оранжевые? Оранжевые! Видел! Сейчас! Теперь можно и бусы починить. У Нюшеньки оранжевый браслетик. И у Пандочки оранжевый браслетик. Сразу видно, что девочки лучшие подружки. И моя подружка тоже оранжевая. Колпачок. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Ой, звездочка упала! А? Упала и грустит. Бедная звездочка! Кажется, звездочке чего-то не хватает. Колпачка не хватает. Правильно, Пандочка. У этой звездочки нет колпачка. Мы найдем колпачок. Вот. Круглый. Похоже, круглый колпачок нашей звездочке не подходит. Ёжик, ты хочешь попробовать квадратный колпачок? Ага. Ой. И квадратный колпачок не годится. Треугольный! Треугольный колпачок! Треугольный, 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 треугольный! Молодцы, малыши! Нашли колпачок правильной формы и выручили нашу звездочку. Не круглый, не квадратный, а треугольный! Ферма. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Решил сегодня один поиграть? Я не играю, я работаю. И как же ты работаешь? Рву траву для овечек. Так ты фермер. Ага, овечки, овечки. Ой,
А где они? Ёжик, я даже не знаю. Но ты не волнуйся, сейчас мы их найдем. Овечки! Овечки! Ёжик, смотри! Вон там, между книжками, не твоя овечка? Моя! Надо найти остальных. Молодец, ёжик. Еще. Ну как, все на месте? Нет, еще одной не хватает. А ты везде посмотрел? Может, проверишь еще раз? Овечка! Ой! Стой! Не шевелись! Сейчас я тебя спасу! Ой! 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 Привет, овечка! Барашек поймал овечку! Спасибо! Хорошо, что все животные нашлись! И все-таки я не пойму, кто их утащил с фермы? Это я! Но я хотел, чтобы они погуляли, поиграли. Барашек, это же домашние животные. Они должны жить на ферме, чтобы хозяин о них заботился. А сами? А сами они не умеют. На, хочешь мне помочь? Хочу. Листочек. Вот так! Вот так! Мой цветочек так любит пить. А мой умываться. Ай, какие у вас цветочки! Доброе утро, малыши! Привет, привет! Только проснулись и сразу за работу. Ага! Ай да, девочки, какие заботливые! А у меня нет цветочка. Не расстраивайся, ёжик. Здесь есть и другие растения. Выбери себе цветок. Ой. Вот этот. Ой, прости меня, листочек. Не грусти, ёжик. Поставь листочек в воду и посмотри, что будет. Пей, листочек. Грейся, маленький. Молодец, ёжик. Ёжик, давай играть. Не могу, у меня вот листочек. Ёжик, смотри! Ага, вижу. Что это? Это ножки? Это шерстка! Нет, малыши, это корешки. Ай да листочек! Теперь его можно посадить в землю. Посадим! В землю! Расти, листочек. Нет, не листочек. Не листочек? Расти, цветочек! Расти большой! Теперь и у ежика есть о ком заботиться. Знаете, как называется его комнатное растение? Фиалка. И очень скоро на ней вырастут цветочки. Мама для цыпленка. Нюшенька, пандочка, здравствуйте! Привет! Пандочка, какие у тебя красивые кошечки! Котенок Мал,
Нюшенька, а у тебя кто? Цыпленок! А у него есть мама? Конечно, есть! Мама! Цыпа! Где же она? Где? Да, грустно цыпленку без мамы. Пандочка, не поможешь Нюшеньке? Вот тебе мама! Нет, это не его мама! Они разные! И правда, смотри, пандочка, у кошки нос и лапы, а у цыпленка клюв и крылья. Цыпленок грустит без мамы Цыпы, маленький. А мама Цыпа, она какое? Как цыпленок, желтая, пушистая. Нюшенька, мама цыпленка не... Ага, знаю, знаю. Похоже, пандочка знает, где искать маму цыпленка. Вот мама. Это? Желтая и пушистая. Это мячик, а не мама. Не мама? А почему бы вам не пойти поискать маму цыпленка? Да! Желтая мама? Нет, не мама. Крылья мама? Нет, не мама. Клюв, лапки и крылья. Ура! Мама нашлась! Умница, пандочка. Познакомься, Нюшенька. Это курица. Мама цыпленка. Белая? Не пушистая? Нюшенька, иногда детеныши не во всем похожи на своих родителей. Мама! Пи-пи-пи-пи-пи! Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Теперь цыпленок не будет грустить. Черепашка. Здравствуй, пандочка. Что это ты делаешь? Здравствуйте. Я просто гуляю. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Куда же он так спешит? Что это? Кажется, ежик завел себе питомца. Питомца? Питомца. И теперь он за ним ухаживает. Я тоже хочу питомца. Тебе не темно? Не кушают. Это не камешек, это мой питомец. Питомец – это животное. Котенок или собака. Они живут у нас дома, и мы за ними ухаживаем. Вот у ежика черепашка. Черепашка? Ой, можно я тоже? Можно. Хочешь, будем ухаживать вместе? Хочу!
Пандочка и ежик решили вместе ухаживать за питомцем. Какие же у нас заботливые малыши! Семечка. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Что это? Это ягоды. Попробуйте. Ой, какая ягодка! Нет, ежик, не ягодка. Это семечка. Семечка от ягодки? Верно, малыши. Угадайте, от какой ягодки это семечко? Вот красная ягодка. И у меня красные ягодки. Это же клюква и красная смородина. Как думаете, может внутри этих ягод спрятаться наше семечко? Нет, клюква маленькая. И смородина. Ух, кислая, но вкусная. Так, надо проверить остальные ягоды. Угу. Ха-ха, черная. Верно, пандочка. Эта ягодка так и называется — черника. Черника. Нет, маленькая. И сладкая. Семечки! Маленькие. Верно, ежик. Семечки крыжовника намного меньше нашего. Ням-ням-ням. Семечко не такое. Правильно, малыши. Семечко винограда совсем не похоже на наше. Больше ягод нет. Мы не нашли, откуда семечко. Ах, малыши, все проверили, а одну ягодку так и не заметили. Какую? Где? А вы обойдите большое блюдо вокруг и увидите. Как сладко! Ням-ням-ням. Очень сладко. Семечко, ежик! Так вот наше семечко! И наша ягодка! Вот такая большая ягода называется арбуз. Арбуз! Ты моя ягодка! Няни! Здравствуй, барашек! Здравствуйте! Ого! Сколько ты воды выпил! Да, мы с мячиком любим пить. С мячиком? Вот, мячик тоже пьет. Удивительно, и правда пьет. О, пойду к Нюшеньке, будем мячик нянчить. Привет! Ой, кто это? Мячик! Он знает, что делает? Писает! Ой! Ой-ой-ой, малыши! Мячику срочно нужен горшок! Барашек, срочно! Вот горшок! Этот горшок слишком большой. Ох. Потерпи, пожалуйста. А этот слишком маленький. Да, нужен удобный горшок по размеру. Теперь в самый раз. Молодец, барашек! Молодец, мячик! Ох!
Ой! Ох! Вот! Ой! И Нюшенька тоже молодец! Все молодцы! Такое важное дело сделали! Совсем как взрослые! Магазин. Здравствуйте, малыши! Здравствуйте! Но мы не малыши! Мы играем в дочки-матери! Я мама! А я дочка? Нет! Ты сыночек! А куда это вы идете? Мы идем в магазин! Я пойду за фруктами, а ты, сынок, стой тут и никуда не уходи! Ага! Ой, а что это там? Это молоко. Молоко. А это? Это йогурт. Йогурт я люблю. А это что? Кажется, масло. Ой. Голубику мне, а малинку барашеку. Фрукты. Нюшенька, ой, мама, пошла за фруктами, я ее догоню. Мама! О, ой, нет, не мама. А где барашек? Убежал тебя искать. Сейчас я его догоню. Кажется, я тебя уже видел. Ищу Нюшеньку, ищу, а нахожу только это. Может, потому что это никуда не бегает? Точно, тогда я тоже не буду бегать. Все, она меня не нашла, надо ее позвать. Правильно, барашек. Нюшенька! А я помогу. Нюшенька! 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 Барашек! И я тут! Ой! Будешь сегодня есть на десерт личи, барашек? Это не есть! Это чтобы не потеряться в следующий раз! Молодец! Сынок! И правильно! Всегда нужно договариваться о месте встречи, чтобы, если что, найтись!